Зал полон зрителей и поклонников. И не случайно, ведь на сцене те, кто 25 лет радует берчан русской песней. С первых минут публика встречает артистов громкими аплодисментами. И так каждый раз. Вокальный ансамбль «Огонек» был основан в 1997 году. С 2009 года его возглавляет Сергей Лушников, почетный работник культуры нашего города, концертмейстер и ангел-хранитель женского вокального ансамбля. Под его чутким руководством 12 участниц, которые влюблены в русскую песню. От всего сердца спасибо могу им сказать, потому что в эти годы им уже людям есть за 80, находят время. Забывают про все болезни, с удовольствием ходят, занимаются. В коллективе женщины золотого возраста. Все они – ветераны труда предприятий и учреждений Бердска. В ансамбле есть участницы, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны. Галина Власенко и Вера Лущинская в коллективе больше 20 лет, чуть ли не с первых дней. Мы уже настолько родные стали. Я даже свои дни рождения отмечаю только с коллективом. Не с домашними. И еще мы здесь отдыхаем, мы здесь душой радуемся. Дома какие проблемы, где да. Что, огороды. А мы здесь пришли, все объединились, все попели и разошлись. Это нам продолжает для жизнь для души. В репертуаре «Огонька» русские народные и авторские песни, песни военных лет и классика советских композиторов. Каждое выступление сопровождается подтанцовками, но главная изюминка – это костюмы. В них уже многие годы преобладает победный красный цвет, соответствующий названию коллектива. Я постоянно хожу, потому что у меня здесь соседушка моя выступает, Татьяна Петровна Мелентьева. Все про Русь, такое, все про наше детство, такое деревня, все такое, гармонь. Огонек – это семья, дружная, любящая семья. И пусть всегда в их семье царит любовь, гармония, и все они делают с огоньком. Где бы огонек не был, им всегда рады. А любой концерт с их участием – залог хорошего настроения. Самая большая награда для артистов – бурные аплодисменты зрителей.